Барселона обыграла «Испаньол» и завоевала Суперкубок Каталонии. В основное время команды не забили друг другу, а в серии пенальти точнее были «синегранатовые» 4-2. За «Барсу» в матче не играли ведущие игроки Лионель Месси, Луис Суарес, Жерар Пике, Серхио Бускетс, Иван Ракитич, Жорди Альба, Марк-Андре Тер Штеген. Суперкубок Каталонии прошел в третий раз и разыгрывается каждые два года. В 2014 году трофей завоевала «Барселона», в 2016 «Испаньол». Все главные истории в вашем телеграме.